Всем привет! Вот такой бассейн у меня получился. Но все по порядку. 8 лет назад выкопал эту канаву. Клал обычную пленку, наливал воды, и нам уже нравилось в нем купаться. Потом стал расширять его. Выложил из остатков кирпича дно. Из остатков пеноблока сделал границы бассейна. В стенке положил сетку и сделал стяжку 4 сантиметра. И покрасил резиновой краской. И мне казалось, это надолго. Но на самом деле эта краска постояла всего один сезон. И на следующую весну все облупилось. И все же решил купить плитку и обклеить. Купил плитку самую дешевую, что была, 10 на 30. Нарезал ее на три части. Границу бассейна резать не пришлось. Как раз выложил в целую плитку. Одно выкладывал плиткой 10 на 10, чтобы лучше обходить контур бассейна. Теперь я вам расскажу, как начинается у меня каждая весна. Бассейн вот в таком состоянии. Воду на зиму я сливаю, но все равно дожди, снег, и он снова полный. А выкачивают таким образом. Закидывают дренажный насос. А пока вода уходит, стенки размываю щеткой. Удобно мыть его вечером, когда солнышко не очень жаркое, и что прилипает на стенке, оно не высыхает, хорошо размывается. В этом году грязи что-то больше, чем обычно. При всем при этом осенью я его сливал, и он был чистый. Даже кто-то бросил монетку и не хотел вернуться. Второй этап. Мою стенки любым моющим средством, что попалось под руку. Удобно растирать жесткой щеткой. Уже задумываюсь приобрести моющую станцию. Ей, наверное, будет удобнее мыть. Пока все щеточкой и руками. Стенки у бассейна сделал таким образом, что вся вода в итоге стекается в одно место. У меня здесь углубление специальное для насоса. Ну вот, в этом году бассейн подготовил. Давайте посмотрим, как он выглядит изнутри. У меня здесь плавные ступеньки вниз, чтобы можно было из него выбраться. В принципе, высотой где-то получается 1,60 м. Вот это углубление, куда погружается насос. Но бассейна мы уже выучили, и мы уже смело в него ныряем. Все, а теперь бросаем шланг, наполняем бассейн. Наполняется он у нас примерно за сутки. Уточка уже заняла свое место. Ну вот и все, бассейн наполнился. Вот так он у нас выглядит. И все лето мы теперь будем здесь купаться.
бассейн у нас уже вот в таком состоянии. 5 зим отстоял. И никаких проблем с ним нет. Моется он хорошо. Для удобства и ухода за бассейном у меня есть щетка, которую я придумал. Она удлиняется пластиковыми трубками. Вот этот насос, который вы уже видели, выкачиваю воду. И сделал из моющего пылесоса вот такой насос, который поднимает грязь со дна. Щетка у меня жесткая. Плитку я не боюсь поцарапать. Если нужно, я удлиняю пластиковой трубкой. Этим же коленом от щетки я удлиняю ручку у пылесоса, когда собираю со дна грязь. Только, наверное, это уже не пылесос. Когда солнышко уже прогреет воду, на стенках будет уже образовываться тина. Этим пылесосом очень удобно собирать со дна песок и тину. А что плавает по поверхности воды, я дополняю бассейн целый, и листья стекают в сторону. Или можно поймать с очком. Кому интересно простые идеи для бани, пошлите, я вам покажу. Все сделал из горбыля, а подсветку сделал из обычных банок из-под огурцов. Подписывайтесь и увидите это как. А пока снова купаться. Бассейн получился у нас небольшой, не маленький, но при этом нам хватает в нем и понырять, поплавать под водой и следить за таким бассейном, за чистотой, очень удобно. Так что в опыте у меня, сами видели, бассейны были разные, но я рекомендую вам немножечко поработать, не лениться и сделать хороший бассейн, чтобы он вам служил долго. И вы радовались. И радовали своих близких. Ну все. Всем пока-пока. Кому интересно, ставьте класс, подписывайтесь. У меня еще много интересных, простых идей для дома.